Привлечение молодежи к традиционным занятиям народов Севера, популяризация традиций, а также объединение рабочей молодежи коренных малочисленных народов Севера. Такова цель проведения второго Сугулана Маут, который прошел в эти выходные в местности Усть-Хатын. В отличие от первого Сугулана, в этот раз расширилась география участников. За два дня представители активной молодежи обсудили, как привлечь сверстников к оленеводству, выступили со своими проектами о сохранении родного языка и культуры. Также приняли участие в обучающих семинарах. Прошли в рамках мероприятия и этноигры народов Севера, где молодые люди соревновались в метании аркана, прыжках через нарты и многом другом. Думаю, что среди молодежи нужно проводить популяризацию оленеводства. Возможно, молодежь не идет в оленеводство, потому что условия очень сложные. Можно перенимать опыт у наших соседей Норвегии, как и делают это ассоциация оленеводов мира.